Сегодня я взял обычное Евангелие с собой. Днес аз си взех обикновено Евангелие. Потому что понимаю, что в последнее время... Защото разбирам, че напоследък... И те гаджеты, которыми мы пользуемся... Онези устройства, които ползваме... Например, вот такие. Например, такива. Или iPad, которым я постоянно пользовался последнее время. Или таблет, който си носи последно време постоянно. Я понял, что там вводится постепенная незаметная коррекция. Разбрах, че там се въвежда постепенна корекция. И Библия потихонечку меняется. И Библията малко по малко се променя. И даже есть очень четкие факты. И даже има много конкретни факти. Что в Библии начали появляться места, которые оправдывают гомосексуализм. Че в Библията започнаха да се появяват места, които оправдават хомосексуализма. В Фейсбуке вышел запрет о написании молитвы «Отче наш». И во Фейсбуке изляза забрана за написване на молитвата «Отче наш». Основатель Фейсбука. Основатель на Фейсбук. Ну, такое сделал новое постановление. И ввел новое постановление. Поэтому думаю, что лучше всего пользоваться теми библиями, которые у вас есть дома. И затова мисля, че най-добре е да ползвате библиите, които си имате вкъщи. Печатными изданиями. Които се печатат. Канонические библии. Канонические библии. В которых не успели еще внести вот эти изменения. В които все още няма тези промени. Которые оправдывают грех. Които оправдават греха. Большая просьба приносить на служение Библии. Голяма молба да си носите Библии на службата. Проверяйте, пожалуйста, проповедующих. Проверявайте онези, които проповядват. Точно ли они проповедуют по Евангелию? Дали проповядуват наистина по Евангелието? Или уже начались какие-то непонятные отклонения? Или, может быть, вече има някакви отклонения? Я, например, не пользуюсь какими-то дополнительными переводами. Аз, например, не использовал никакви дополнителни преводи. В основном я использую каноническую Библию. Основно использовал каноническата Библия. Или прямой, более-менее точный перевод с древнееврейского или с древнего греческого языка. Или горе-долу пряк перевод от древногрецкие или... С древнегреческого, Новый Завет. Или древнегрецкие. Я открою... Первое место. Еще отворю первое си место. Тема моей проповеди сегодня – устройство живой церкви. Тема на моей проповеди днес отново е устройство на живата църква. Часть третья. Третья часть. Взять на себя ответственность. Да поемем отговорността. Я открою первое место, которое написано в первом послании Тимофея. И первое место е в первом Тимотея. Третья глава. Третья глава. С первого стиха мы прочтем и потом помолимся. От първия стих ще прочетем и ще се помолим. На проекторе будет виден перевод на болгарский. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен. Непорочен означает, что в его жизни нет порока. Нет систематического греха. Непорочен означает, что в живота ему няма систематичен грех. Одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен. Ни пьяница, ни бийца, ни сварлив, ни корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Хорошо управляющий дома своим детей, содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли печься о Царстве Божьем, о Церкви Божьей. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Аминь. Давайте мы помолимся. Господь, благослови нас, Господи, благослови ни, потому что и по сей день за что-то и днес, на Слове Божьем върху Словото Божие, лежит покрывало. Има едно покривало. И это покрывало снимается только нашим Господом Иисусом Христом. И това покривало се примахва само от нашия Господ Иисус Христос. Дай нам, Господь, разуметь Боже, дай ни да разберем Твое святое послание. Твоето свято послание.
чтобы каждый раз очищать души свои, за да можем всякий път да почистваме душите си, чтобы каждый раз упражнять своего духовного человека, за да можем всякий път да упражняваме духовния си човек, чтобы каждый раз распинать свою плоть, за да можем да разпъваме всякий път своята плот, со страстями и похотями, заедно со своите страсти и похоти, и получать от тебя силу и власть, и да получаваме власт и сила от тебе, для того чтобы поражать врага на всяком месте, за да можем да поразяваме врага на всяко едно място, дома, в семье, в къщи, в семейството си, в обществе, в обществото и на работе. И на работа. Мы молились Тебе, молихмеся на Теб, во имя нашего Господа Иисус Христа. Во имя нашего Господа Иисус Христос. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Аминь? Или не аминь? Слава нашему Богу. Слава нашему Богу. Вы знаете, вот эти места, которые, стихи, которые я прочитал прямо сейчас, и тези стихове, които сега прочетох, они говорят о чем-то очень важном. Те говорят за нечто много важно. Первое послание Тимофею апостол Павел пишет. Первое послание к Тимотею апостол Павел пишет, что если человек не заботится о своих домашних, че ако човек не се грижи за домашните си, не заботится об устройстве своего дома, не се грижи за устройството на свой дом, то он, конечно же, не будет печься и о церкви Божией. Тогава, разбира се, той няма да се грижи и за Божията църква. И он должен быть беспорочным, трезвым. И той трябва да е безпорочен, трябва да е трез. И в нем должны быть определенные такие качества. И трябва да има определени качества. Это очень важно. И това е много важно. И первую тему, которую я хотел сегодня открыть. И първата тема, която искам да отворя днес. Это то, что пасторство. Че пасторството. Оно начинается с домашней церкви. Се започва от домашната църква. Оно начинается буквально с семьи. Започва се от семейството. Со своего дома. От своя дом. Со своих детей. От своите деца. Взаимоотношения между мужем и женой. От взаимоотношенията между муж и жена. Между детьми и родителями. Между децата и родителите. Очень важно, чтобы была честность. И много важно да има честность. Что значит, Библия говорит, будьте честны с детьми. И Библията казва, какво значи да сме честни с децата. Дети очень чутко видят разницу. Децата много добре виждат разликата. Когда родители честны, когато родителите са честни с тях, то есть их слова и их дела не расходятся. То есть думите и делата им са верни. Они говорят и потом делают. Те говорят нечто и после го правят. Или слова далеко расходятся с делами. Или когато думите се разминават с делата. Они говорят одно, казват едно, а делают совершенно другое. Пък правят совсем друго. Это дает детям власть. И това дава власт на децата. Делать то, что они хотят. Да правят каквото си искат. И потом они могут сказать так: ну вы так делаете, мы так делаем. И след това да кажат: ви правите така и ние можем. И дома начинается хаос. И вкъщи започва един хаос. Очень важно, чтобы между родителями было согласие. И много важно да има съгласие между децата и родителите. Единство. Да има единство. Открытость. Да има отвореност. Искренность. Да има искреност. Вот за время своего пасторского служения, и докато бях пастор, я заметил, что семья и церковь, они очень сильно похожи. Забелязвах, че семейството ми и църквата много си приличат. Семья не может существовать без искренности. Семейство не може да съществува без искренността. Без открытости друг без другу. Без отвореността един пред друг. Без честности. Без честността. Если в семье есть доверительные разговоры периодически. И ако в семейство има доверителни разговори от време на време. Жена открыта перед мужем. Жената е отворена пред мъжа си. Муж искренен перед женой. Мъжът е искрен пред жена си. И они как одно единое целое. И те са като едно цяло. Дяволу там нет места. Дяволът няма място там. Семья как монолит. Семейството е като монолит. Но если в семье уже нет общения. Обаче, ако в семейството ви няма общуване, нет жертвы общительности. Няма жертва за общуването. Муж и жена проводят мало времени друг с другом. Мъжът и жената не провеждат времето заедно. И появился раскол. И се появява като едно разкъсване. Одна маленькая расщелинка. Една малка пукнатина. И знаете, что дети начинают делать? И знаете ли какво започват да правят децата? Они пытаются проникнуть в эту расщелину. Те се опитват да се вмъкнат в тази пукнатина. И расщепить ее. И да я раскысат. Потому что в этом есть определенная такая заинтересованность. За что-то ты са заинтересованы в това. Психологи это называют вторичный интерес. Психологи го наричат вторичный интерес. То есть дети от этого начинают получать пользу. То есть децата започват да имат полза от това.
И, как правило, сын больше прилеплен к маме. Като правило, сынът е повече долепен до майка си. Дочка больше прилеплена к отцу. Дъщерята е повече залепена до баща си. Дочка выступает на стороне отца чаще всего. Дъщерята е на страната на баща. Это статистика такая, най-често всемирная. Това е световна статистика. Сын выступает на стороне мамы. И синът застава на страната на майка. И они начинают друг с другом конфронтовать. И те започват да конфликтуват едни с други. Перетягивать папу на свою сторону. Почват да дърпат баща си на или маму страна, на свою сторону. Или майка си на другата страна. И получать от этого награды. И да получават награди от това. Ничем хорошим это не заканчивается. И с нищо хубаво няма да приключи това. Начинаются нещо. Внутрисемейные манипуляции. Започват едни вътрешни семейни манипулации. Которые могут привести к еще большему расколу. Които могат да доведат до още по-голямо разкъсване. Чтобы предотвратить этот раскол. И за да се предпазим от това разкъсване. Нужно вернуть в семью только одно. Трябва да върнем в семейството си само едно нещо. Жертву общительности. Жертва за общуването. Откритость и искренность. Отвореността, искренността. Проводить почаще время друг с другом. Да провеждаме повече време един с друг. Признаваться друг перед другом в проступках. Да си признаваме своите постъпки един пред друг. Если надо исповедаться. Може би даже да се изповядваме един пред друг. Первым признавать вину свою. И първи да признаваме своята вина. Я заметил, если одна сторона признает свою вину, аз забелязах, че ако едната страна признава своята вина, вторая сторона автоматически также признает свою вину. Тогава и другата страна автоматично признава своята вина. Потому что в семейных конфликтах, защото в семейните конфликти, не бывает такого, няма такова нещо, чтобы муж был абсолютно во всем прав, че само мъжът да е абсолютно прав во всичко, а жена во всем абсолютно была не права. Пък жената да е абсолютно не права. Не бывает такого. Няма такова нещо. Этот феномен уже давно известен. Този феномен е отдавна известен. В конфликте всегда виноваты оба, две стороны. Че в конфликтите винаги двама са виновни. Если один как-то себя ведет, и ако единия се държи по някакъв начин, то другая сторона просто позволила этому значи, быть. Значи другата страна е позволила това да се случи. С нами поступают так, как мы позволяем собой поступать. И с нас поступват така, както ние позволяваме да поступват. Если кто-то манипулирует, ако някой не манипулира, значит кто-то позволил манипулировать. Значи другия позволил да се манипулира. Вот Бог такая личность. Бог е такава личност. Бог личность. Бог е личность. Которая не позволяет манипулировать самим собой. Която не позволява да го манипулират. У Бога все очень четко. При Бог всичко е много конкретно. Бесполезно с ним манипулировать. Бесполезно е да го манипулираме. И тем более бесполезно его контролировать. И най-вече е безполезно да го контролираме. Да, очень часто верующим так кажется, что вот так щелкни. Много често вярващите си мислят, че ей така ще штракне с пръсти. Господь, вот у меня тут проблемы. Господи, аз имам проблем. И Бог, как слуга, прибежит и тут же начнет разгребать наши проблемы. И Бог като слуга ще дойде и ще ни оправя проблемите. Но вот этого не будет. Обаче няма да се случи. Кто-то что-то перепутал. Някой нещо объркал. Бог не является нашим рабом. Бог не е наш раб. Он даже не является нашим господином. Той даже не е наш господар. Бог через Иисус Христа Бог принес на эту землю. Иисус Христос е донел на тази, донесъл на тази земя. Принес семейные взаимоотношения. Той е донесъл семейните взаимоотношения. Он сегодня наш отец. И днес той е наш баща. В Ветхом Завете вы этого не увидите. В Стария Завет няма да го видите това нещо. Аминь, не аминь. Мы имеем привилегию. И имаме привилегии. Обращаться к Богу, как к нашему отцу. Да се обръщаме към Бог, като към наш баща. Что такое отче наш? Какво значи отче наш? Это наш папочка. Значи наш татко. Наш любящий отец. Татко, който ни обича. Любящий и любимый. Обичащ и любим. Потому что его любовь всегда рождает взаимную любовь. Защото неговата любов винаги поражда взаимна любов. Ну не знаю, насколько надо быть жестокосердным, чтобы не ответить на безграничную любовь во Христе Иисусе. И не знам колко трябва да сме жестоки в сърцето си, за да не отговорим на тази безгранична любов. И что происходит? И какво се случва? Вы знаете, я хотел сегодня пустить одно видео о важности поместной церкви, потом я продолжу. Важность на поместной церкви, след това ще продолжим. Можно, пожалуйста, запустить этот видеоролик? В наше время, во время пандемии, потом. Люди думают, что а какой смысл в поместной церкви? Столько телепроповедников, в Ютубе столько прекрасных проповедников. Кстати, я соглашаюсь, что в Ютубе масса прекрасных проповедников. Я тот, кто слушает их. Я выставляю иногда их проповеди на странице нашей церкви, чтобы послушала вся церковь. Слушайте разных проповедников, которые могут назидать вас в вере, в надежде, в любви.
все на своем месте. Но позвольте сказать эту правду. Им дела нет до вас. Пастор, ну-ка, аргумент. Они даже не знают, что вы есть на этом белом свете. И не то же самое пастор по местной церкви. И пастор – это всегда больше, чем просто проповедник. Поэтому держитесь по местной церкви. Держитесь служителей друг друга. Благословляйте и молитесь о пастырах. Те, кто является вашим пастором, знают о вас, молятся о вас, готовы прийти и помочь в той или иной вашей духовной или другой нужде. Не разбредайтесь, становясь паствой телепроповедников. Подчеркну, некоторых, кого мы слушаем, их уже в живых нет. Они не позаботятся о вас персонально. Для этого дана поместная церковь, служители церкви и пастыра с добрыми и прекрасными сердцами. Лично я скажу на это аминь. Лично вас скажу аминь. Немножко смысл этой короткой проповеди. Малко да расскажу смысл за тази краткая проповедь. И че напоследок, заради пандемията, много служителей, много хора си мислят, че няма смысл от поместната църква. Обаче... Можно сидеть в онлайн-режиме и слушать телепроповедников. Можем през цялото време да гледаме телепроповедниците и проповедници в YouTube, обаче това не е същото като пастора. Пастора на поместната църква поне знае за вас, пък телепроповедниците даже не знаят, че съществувате и че ви има на този свят. И затова трябва да се молим и трябва да подкрепяме пасторите, трябва да се придържаме един към друг, към служителите на църквите, защото пасторите наистина се молят за вас и са готови да ви помогнат, когато имате нужда. И те са готови да дойдат при вас, когато имате нужда. Так, я думаю, что понятно. Ну, я еще буду немножко обращаться к этому видео. Я още малко ще се връщаме към това клипче. Потому что есть очень ценные мысли. Защото има много ценни мисли. Что, ну, например, не разбредайтесь. Например, да не се губим като паства. Становлясь паствой телепроповедников. Ставайки паства на телепроповедниците. Потому что это все просто какая-то виртуальная реальность. Защото това е само виртуална реалност. Которая на самом деле не существует. Която даже не съществува. То есть она существует в каком-то воображаемом мире. Тя существува в някой си там въображаем свят. Но к реальности она не имеет никакого отношения. Обаче няма никакво отношение към реалността. Очень хорошая такая теория самоуспокоения. Има една много хубава теория за самоуспокоението. Я сижу дома и слушаю телепроповедника. Че аз се стоя вкъщи и слушам телепроповедниците. У меня все хорошо. И при мен всичко е наред. Я церковь Иисус Христа. Аз съм църквата на Иисус Христос. Но вы знаете, это абсолютно не соответствует Евангелию. Обаче това напълно не съответства на Евангелието. Вот Иисус Христос говорит. Защото Иисус казва. Если кто согрешил против тебя. Ако някой согрешил срещу тебе. Иди и выскажи ему все. Отиди при него и ему кажи. Если покаялся брат, то ты приобрел брата своего. Аминь или не аминь? Брат ти се е покаял при теб, тогава ти получаваш своя брат обратно. Если не покаялся, ако не се покаява при теб, скажи при двух-трех свидетелях. Могу кажи при двама или трима свидетели. Если покаялся, брат или сестра приобрел, ты брат или сестру. И ако той се покая при тебе, тогава отново придобиваш брат. Смотрите, Иисус Христос ставит акцент. Скажи при двух-трех свидетелях. Иисус Христос поставя акцент, да го изкажем при двама или трима свидетели. Но это еще не церковь. Обаче това не е църква. И потом, когда брат не покаялся, и след това, ако брат не се покая, что говорит Иисус Христос? Какво казва Иисус Христос? Тогда скажи при всей церкви. Тогава го кажи пред цялата църква. Понимаете, да? Разбирате ли? То есть один человек – это не церковь. То есть один человек не церковь. Это так Иисус Христос говорит. Така казва Иисус Христос. Даже когда мы пригласим двоих или троих, и даже когато поканим двама или трима, Иисус Христос обещает, что там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я уже посреди них. Иисус Христос обещал, что там, където са собрани двама или трима, то есть среди тях. Но тот же Иисус Христос говорит, что и это тоже не церковь. Обаче също така Иисус Христос казва, что това също не е църква. Церковь есть в переводе «экклесия». В превод церквата означава «эгресия».
Экклесия – собрание верующих. Собрание на верующих. Собрание вызванных из среды. Собрание на тези, които са извикани. Это тело Господне. Това е Господното тяло. Там, где проявляются дары Святого Духа. Там, където се проявяват даровете на Святия Дух. Там, где мы можем служить друг другу. Там, където можем да служим един на друг. И я не буду более подробно об этом говорить, мы все это прекрасно понимаем уже. Я немножко напомню про схему Иофора, тестя Моисея. Он в Ветхом Завете нарисовал очень четкую структуру церкви. То есть нарисовал одна много конкретно церковная структура. Что большая церковь может существовать. Че голяма църква може да съществува. Когда есть пастор. Когато има пастор. Когда есть другие дары пятикратного служения. Когато има други дарове на петкратно служение. Апостолы и евангелисты. Апостоли и евангелисти. Пророки и учителя. Пророци и учители. Когда есть десятники. Когато има десетници. Когда есть пятидесятники. Когато има пятидесетници. Когда есть пастыря, которые над сотни стоят. Когато има пастори, които са застанали над стоти. И, наконец, региональные пастыря над какой-то областью или даже страной. И най-накрая регионални пастори над някоя държава или град. Но кто-то очень хорошо сказал, что сила церкви строится на домашних церквях. Обаче някой много добре казал, че силата на църквата се строи върху... На домашних церквях. Върху домашните църкви. Вот, когда много народу собирается только по воскресеньям, когато много хора се събират само в неделя, это говорится о том, что в церкви очень хорошие проповедники и очень хорошая группа прославления. Това значит, что в църквата има хубави проповедници и группа на хваление. Когда в церкви действует много домашних церквей, а когато в църква има много домашни църкви, это уже говорит о силе церкви. Това вече говори за силата на църквата. Или когда много людей собирается на молитвенное служение. Или когато много хора се събират за молитвено служение. Это говорит о силе Бога в церкви. Това говори за силата на Бог в църквата. Все служения важны. Всички служения са важни. Но вот мы на сегодняшний день немножко уперлись в домашнюю церковь. Обаче днес ние се сблъснахме само с домашната църква. Я так сегодня скажу, что поместная церковь не вырастает, если не развиты домашние церкви. И аз ще кажа, че поместната църква не израства, когато няма домашни църкви. Она остается маленькой. Тя си остава малка. И перестает расти. И спира да расти. Как количественно, так и качественно. Както количественно, така и качественно. Почему? За что? Потому что Богу нужны служители. Защото Бог се нуждае от служители. Преданные и честные служители. Които да са предани и честни. Которые взяли на себя ответственность. Които си поеха отговорност. И вы знаете, что такое ответственность? Знаете ли, какая ответственность? Ответственность – это уже служение, это попечение. Отговорность – вече служение. Например, когда в семье вырастают послушные дети. Например, когда в одно семейство израстват послушные деца. Это всего лишь означает, что кто-то нес за них ответственность. Това само значит, что някой носил отговорность за тях. То есть родители ответственны. То есть родителите са отговорни. Если дети выросли непослушны, ако децата не са послушни, потому что Библия об этом говорит, защото Библията говори за това, чтобы у епископов дети были послушны, че трябва епископите да имат послушни деца, чтобы у диаконов дети были послушны, и дяконите да имат послушни деца, то есть это констатация фактов, то есть това е констатация на фактите. У ответственных служителей дети должны быть послушны. Отговорните служители трябва да имат послушни деца. Так Библия говорит. Така казва Библия. Я это не придумал сейчас. Не си го измислям. Тогда мы смотрим на служителя, тогава ние гледаме служителите, который претендует быть пастором домашней церкви, например. Които искат да бъдат, примерно, пастори на домашни църкви. Мы смотрим на его семью. Гледаме му семейството. Вот как мы приехали в Аланию. Както, например, отидохме в Алания. И познакомились, пришли, нас пригласили в семью пастора Максима. И нас поканиха в семейството на пастор Максим. Пастор Максим Осколков. Пастор Максим Осколков. Его супруга очень благословенная семья. И неговата супруга е много благословено семейство. Три маленьких ребенка. Трима малки деца. И в доме просто невероятный мир. И у тях в къщи имаше невероятен мир. Радость и любовь. Радост, любовь. И это не было чем-то показным. И това не беше нещо показно. Мы пробыли с ними почти там полдня, потом еще несколько часов, потом еще несколько часов. Ние се намирахме с тях половин ден, после още няколко часа, после още половин. И мы увидели, что это константа, это что-то неизменное. И ние видяхме, че това е нещо непроменено. Дети растут в послушании. Децата израстват в послушание. Абсолютно кроткие. Абсолютно кротки. Благословенные. Благословени. Очень уже даровитые.
много талантливы. И мы понимаем, что это ответственные служители. И не разбрахме, что вас отговорные служители. Они уже несут ответственность за своих маленьких детей. Те вече носят отговорность за малките си деца. И поэтому могут нести ответственность за церковь. И затова те могут да носят отговорность и за церквата. И у них уже прекрасная церковь. И те вече имат прекрасна църква. Хотя им всего 2 года. Въпреки, че са на 2 години само. Церковь растет. Церковь растет. Были, конечно, проблемы. Разбирался, са имали проблемы. Но они справились. Обаче са се справили с тях. Слава нашему Богу. Я открою второе место. И ще отворя следващото място. Которое написано в первом послании к Коринфянам. Първо послание към Коринтини. 16 глава. 16 глава. С 13 стиха. От 13 стиха. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему трудящемуся. Я рад прибытию Стефана в Фортунана и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Ассийские. Приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила и с домашней их церкви. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Вот здесь апостол Павел приводит определенных людей, служителей. Тут апостол Павел дава като пример определение служителей и пастори. И приводит в пример Акилу и Прескилу. И дава като пример Акила и Прескила. Акила и Прескила. Мы помним по книге Деяния, что это служители. И в книге Деяния они все вспомнили, что у вас служители. Которые верно наставили будущего апостола Аполлоса. Които верно са насърчавали бъдещия апостол Аполлос. И через какое-то время этот апостол вышел на служение. И след някакво време този апостол излязъл на служение. И стал очень мощным служителем. И станал един много мощен служител. И Библия говорит о том, что у Акилы и Прескилы, это муж и жена. И Библия доказывает, что Акила и Прескила с муж и жена. Была домашняя церковь. Те са имали домашня церква. То есть все у них начиналось с домашней церкви. То есть при тях всичко и започнало от домашната церква. Я могу так сказать, что ну, любая церковь начинается с домашней церкви. И могу доказать, что всякая одна церковь започва от домашнего церква. И что это? Это вначале взять ответственность за своих детей. И това значит, в начале туда поемем отговорность за децата си. Потом взять ответственность за домашнюю церковь. След това да поемем отговорность за домашната църква. И потом уже взять ответственность за поместную церковь. И след това да поемем отговорность за поместната църква. Слава нашему Богу. Слава на нашия Бог. Я просто хотел бы, чтобы мы сегодня отметили в наших сердцах. Я просто искам днес да отбележим в сърцата си. Что сразу больших церквей не возникает. Че не се появяват веднага големите църкви. Церковь растает постепенно. Църквата расте постепенно. Вчера нам прислали поздравления пастор Денис и Марина Сердиченко. И вчера Денис и Марина Сердиченко не изпратиха един поздрав. И они поздравляют нашу церковь. И те поздравляют нашата църква. Говорят, у вас такая дата. И казват, такава дата имате. Вам аж целых 9 лет. Вече сте цели 9 години. И я понимаю его небольшую иронию. Я с усещам една ирония. Потому что церкви в Одессе. Защото църквата в Одеса. Уже 96 лет. Вече на 96 години. И пастор Денис это уже 4-е или 5-е поколение пастырей. И пастор Денис вече 4-то или 5-то поколение на пастори. И вы знаете, я был на пасторском служении в Одесской церкви. Я бях на пасторското служение в Одеса. И вы знаете, сколько там пастырей? И знаете ли, колко пастори имат? Ну, я насчитал больше 20. Аз прибруих повече от 20 има. И все это такие прекрасные мужи, братья. И всички бяха одни прекрасни мъже, братья. Такой очень мощный оплот. Много мощен плод. И так вот в их среде становится очень так основательно. И в тяхната среда се усеща, че са много основателни. Уверенность какая-то появляется. Появилась одна сигурност. За спиной хорошие тылы. Че зад гърба си има едни хубави мъже. Еще больше диаконов. Още повече диакони. Ну, этой церкви уже почти 100 лет, скоро 100 лет исполнится. Значит, тази церква е почти на 100 години. Вы знаете, вот Иисус Христос говорит. И Иисус Христос казва. Поразят пастыря. Поразят пастыря. Ще поразят пасторите.
И что с овцами происходит? И какво ще се случи с овцете? И разбегутся овцы. Ще избягат овцете. Ну, это такой закон. Това е закона. Физически, это если вот есть пастух, физически, пример, например, ако има пастир, который пасет стадо, който си пасе стадото, и с пастухом что-то произошло, и нещо ще се случи с него, то понятно, что это стадо постепенно разбредется. И тогава, разбира се, стадото постепенно ще избяга. И когда он разбредется, понятно, что с овцами что-то произойдет. И когато то избяга, не става ясно, че ще се случи нещо и с овцете. Потому что никто о них уже не печется. Защото никой не се грижи за тях вече. И приходят волки и просто разрывают этих овец. И идват вълците и просто разкъсват тези овце. Потому что некому защитить. Защото няма кой да ги защити. Следующее место написано в послании к евреям. И следващото място го пише в послание към евреи. 13 глава. 13 глава. Это последняя глава. Послание к евреям, глава, с 15 стиха. От 15 стих. Написано так. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». То есть через него, это через Иисуса Христа. «Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Общительность – это что такое? Вот в церкви мы общаемся по воскресеньям. В основном нет. В основном это монолог. Дали си общуваме в църквата в неделя? Основно не, основно това е монолог. Ну, немножко в конце служения собрались, посидели где-нибудь, кофе попили, поговорили. Може би, към края на службата се събираме някъде, да си пием кафе, малко да си поговорим. Более качественное общение, конечно, происходит на домашней церкви. Обаче по-качественото общуване, разбираш се, се случва в домашните църкви. Там мы можем задать вопросы. И там можем да си зададем въпроси. И все вместе попытаться ответить, потому что у нас есть авторитетное писание. И всички заедно да намерим отговор, защото имаме авторитетно писание. Хорошо, конечно, когда есть ответственный служитель с опытом. И разбира се, е хубаво, когато има отговорен служител с опит. И он уже на основании своего опыта может как-то глубже копнуть. И той вече, основаваяки се на своя опит, може да поднять несколько переводов. Да изкопае по-дълбоко, да погледне няколко превода. Паралелни места. Някои паралелни места. И тогда мы вот так глубже копаем. И тогава започваме да копаем по-дълбоко. Пока не докопаемся до камня, до скалы. Докато не стигнем един камък или скала. Который есть Иисус Христос. Който се явява Иисус Христос. То есть, что я хочу сказать? Какво искам да кажа? Что я являюсь членом Церкви Христовой. Че аз се явявам член на Божията църква. Когда я являюсь членом поместной церкви, когато аз се явявам член на поместна църква, еще более глубоко, когда я являюсь членом домашней церкви, или още по-дълбоко, когато се явявам член на домашна църква, имею очень глубокое общение с братьями и сестрами. И има много дълбоко общуване с братя и сестри. Потому что без общения нет роста. Защото без общението няма и ръст. Без общения нет развития. Без общението няма и развитие. Когда мы вместе, мы собираемся своего рода научение. И когато сме заедно, ние се събираме за учение. Это своего рода духовный фитнес. Това е като духовен фитнес. Духовная тренировка. Духовна тренировка. И наши духовные мышцы, они укрепляются. И нашите духовни мускули се укрепват. Прочитаю дальше. 17 стиха. 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». То есть и с паствой нужно вести себя честно. Твои проповеди должны соответствовать твоей жизни. «Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам». Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великой кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава веки веков. Аминь. Вы знаете, вот здесь очень хороший стих написан. Это много хубав стих. 17 стих. 17 стих. Я хотел бы подчеркнуть. Искам да го подчертая. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших».
Можно, Аня, Бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте им все, защото те бдят за душите ви като отговорни за тях. Не написано, что они заботятся о ваших телах. Тук не пишет, че се грижат за телата ви. Что они обязаны вас кормить. И че са ви задължени да ви хранят. Или одевать вас. Или да ви обличат. Или решать ваши внутриличностные конфликты. Или да решават някакви ваши конфликти. Или какие-то семейные проблемы. Или някакви семейни проблеми. Написано, что они неусыпно пекутся о душах ваших. Тук пишет, че те постоянно бдят за душите ви. Как обязаны дать отчет. Като отговорни да дадат отчет. Чтобы они делали это с радостью. За да изпълняват това с радост. А не въздыхая, ибо это для вас не полезно. А не с въздишане, защото това не е полезно за вас. Знаете, это очень мощный стих. И това е един мощен стих. Это и мой опыт. Това е и моят опыт също. Наташа свидетель. Наташа е свидетел. Бог может поднять меня ночью. Че Бог може да ме издигне през нощта. И это может быть в 4 часа утра. Или може да е в 4 сутринта. Это может быть в 2 часа ночи. Или може да е в 2 през нощта. И побуждение молиться за кого-то. И ми дава побуждение да се моля за някого. Хороший пастор знает своих овец по имени. Добрият пастор знае овцете си по имена. Поднимает Господь, молись вот за брата, молись вот за эту сестру. И Господь мне вдига и казва, молись за този брат или за тази сестра. Я начинаю молиться. Я започвам да се моля. Анализировать последние какие-то события, которые да произошли. Да анализирам някои последние события, които са се случвали. Наши разговоры. Нашите разговори. За кого-то вступаться. Започвам да се застъпвам за някого. Что это? Какво е това? Это попечение о душах. Това е бдение на душите. Неусыпное. Непрекъснато. Неусыпное. Это значит без сна. Без сън. Когда ты не можешь спать. Когато не можеш да спиш. Когда ты теряешь сон. Когато губиш съня си. Я это говорю перед Богом. Аз го казвам пред Бога. Мне, в принципе, не нужно чего-то доказывать. Аз, в принципе, не трябва да доказвам нищо. Я просто говорю о том, что попечение о ваших душах. Просто говоря за това, че бдение на душите ви. Это моя обязанность. Това е моята отговорност. Добровольная обязанность. Това е доброволната ми отговорност. Меня никто не заставляет так делать. Никой не ме е карал да го правя. Просто Дух Святой будет, поднимает меня. Просто Святия Дух ме събужда. Я понимаю, что я обязан это делать. И аз разбирам, че съм отговорен да мне го правя. Мне необходимо это делать. Необходимо ме е да го правя. Что-то в этом есть. Има нещо в това. Пастор имеет какую-то власть. Пасторът има някаква власт. Именно вот эту власть. И точно тази власт. Вступаться за чью-то душу. Да се застъпва за нечия душа. Передавать чье-то бремя нашему Господу Иисусу Христу. Да предава нечий проблем на Иисус Христос. Потому что кто-то еще слаб. Защото все още някой е слаб. Кто-то сам еще не может. Някой все още не може сам. Кто-то надорвался. Някой може да се е пренатоварил. И это обязанность пастора. И това е задължението на пастора. И что происходит? И какво се случва? Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Не понесла душата на поэта. Умер пастор. И умрял пастора. И церковь постепенно разбежалась. И церковь постепенно започва да... Какой выход? Что нам надо делать? И каков исхода? Вы знаете, ну вот я вот для себя сделаю вывод, глядя на Одесскую народную церковь. Аз ще си направя свой извод, гледайки Одеската църква. Я понимаю, что пастор не должен быть один. Аз разбирам, че пасторът не трябва да е сам. Ну вот у нас в Казахстане было несколько пастырей. В Казахстан ние имахме няколко пастора. У нас тоже было очень мощное братство. И ние също си имахме едно мощно братство. Более 40 братьев. Повече от 40 души братя. Самые разные служения. От различни служения. Бывшие криминальные авторитеты. Бывшие криминальные авторитеты. И с ними очень трудно спорить, вы знаете. И с тях много сложно да се спори. Потому что когда перед тобой стоят вот такие, ну, знаете, мощные братья. Защото когато пред теб застават едни мощни братья. И что-то пытаются тебе доказать. И се опитват да ти докажат нещо. Начинают говорить по понятиям. Започват да говорят по понятия. Как-то немножко внутри все сжимается. Вътре някак си всичко се стиска. Но слава Богу, что в нас есть больше авторитет. Обаче в нас се намира по-голям авторитет. Это наш Господь Иисус Христос. Това е нашия Господ Иисус Христос. И начинаешь говорить по понятиям Иисус Христа. И започваш да им обясняваш по понятията на Иисус Христос. И братья начинают потихонечку успокаиваться. И братята започват малко по малко да се успокояват. Но братство у нас было очень мощно в Казахстане. Обаче братството ни в Казахстан беше много мощно. И когда Бог наконец вывел нас на такое мощное единство. И когато Бог ни извел на едно единство. Церковь начала делать очень большие дела в городе. Църквата е започнала да прави много големи дела в града. Создали один из самых мощнейших
крупнейших центров реабилитации. Создадохме един от най-големите рехабилитационни центри. Для наркозависимых. За наркозависимите. Сотни людей, может быть, сегодня уже речь идет о тысячах, может быть, днес става вопросы за хиляди, которые получили освобождение от, от тяжелейшей наркотической зависимости, които са получили освобождение от най-тежките зависимости, бывшие героинщики, бывшие наркомани с хероин, кокаинщики, кокаин, бывшие преступники, бывшие преступники, получали освобождение с помощью силы Святого Духа. Получали освобождение с помощью на Святия Дух. И становились мощными служителями. И составили мощные служители. Вы знаете, что бывшие наркозависимые? Знаете ли, что бывшие наркозависимые становятся очень горячими проповедниками? Стават много горещи проповедници. Почему? За что? Потому что им надо гореть. За что тут те трябва да са запалени. Потому что если они не горят, за что ако не са запалени, они очень быстро скатываются. Те много бързо падат и возвращаются к прежней жизни. И се връщат към предния си живот. И мы приобрели этот опыт. И ние придобихме този опит. И на базе этого центра создали очень большой пельменный цех. И върху базата на този център създадохме един голям пельменен цех. Большая свиноферма. Една голяма свиноферма. Коровник. С крави. Огромное картофельное поле, я не помню, сколько там га, я уже не помню. Едно огромно картофельное поле. Каждый год они собирали большие урожаи. И всяка година те собираха една голяма реколта. И вы знаете, конечно, пельмени вот с этого реп-центра, они были очень качественные. Разбира се, пельмените от този център са били много качествени. Там было очень много мяса. Имало и много месо. Потому что эти ребята никого не обманывали. Защото тези хора не са лъгали никого. Они были реальными христианами. Те са били истински християни. Еще бывшие наркоманы. Бывшие наркомани. Сегодня очень благословенные братья. И днес много благословенные братья. Слава нашему Богу за слава это. Слава на наш Бог. И я к тому, что в церкви очень важно, чтобы был не один пастор. И за что го казвам? Защото в църквата е много важно да има няколко пастора. 2, 3, 4, 10, 20 пастырей. 2, 3, 4, 20. Чем больше, тем лучше. И колкото са повече, толкова е по-добре. Чтобы если упал один пастор, чтобы другие пастыря тут же могли его поддержать. Защото ако единия пастор падне, да могат да го подкрепят другите. Откуда взять этих пастырей? Откъде да ги вземем тези пастори? Вот это вот сегодняшняя моя проповедь. И днес това е моята проповед. Это пастора домашних церквей. Това са пасторите на домашните църкви. Вы знаете, это автоматически благословение. И автоматично това е и благословение. Я думаю, что вы уже, наверное, может быть, отследили эту истину. Аз може би вече сте разбрали тази истина. К нам приехал Виталий Мостовенко. У нас идваше Виталий Мостовенко. Это бывший епископ из Украины. Бывший епископ от Украина. Он какое-то время жил в Софии. Той долгое время живел в София. И обошел там много церквей. И там я обиколил много церкви. И он говорит, я вижу одну картину. И той казал, аз навсякъде виждам една картина. Я вхожу в какую-то церковь. Влизам в някоя църква. Большие, маленькие. Големи или малки. В Софии есть церкви до 1000 человек. В София има церкви до 1000 человек. Но в основном это маленькие церкви. Но основно са малки церкви. Это 20, 30, 40, 50 человек. 20, 30, 40. И везде одна и та же картина. И на всякой одна и саща гледка. Ну вот паства. Это и паствата. И все как-то вот так вот, ну более-менее выживают. И всички някак си горе-долу уцеляват. Но пастор это что-то особенное. Обаче пастор это нечто особено. Пастор обязательно немножко впереди. Пастор задължително е малко напред. На белом коне. На бял кон. Всегда более состоятельный. Винаги е по-състоятелен. Более финансово стабильный. По-финансово стабилен. Почему так? За что е така? Потому что Бог благословляет пастырей. За что-то Бог благословляет пастырите. На пастыре большая защита. И вверху пастырите има много голяма защита. От коронавируса в том числе. Също така и от коронавирус. То есть Бог нас хранит. То есть Бог не пази. Почему так? За что это така? Я верю в то, что мы просто когда-то взяли ответственность на себя. Аз вярвам в това, че един ден ние поехме отговорност върху себе си. А ответственность дает рост. Пък отговорността дава ръст. Дети, которые берут на себя ответственность, децата, които поемат отговорност върху себе си, они быстрее вырастают. Те израстват по-бързо. Это феномен старших детей. Това е феноменът на по-големите деца. Уже давно отмечено. Вече отдавна отбелязано. Старший ребенок, че по-голямото дете, всегда более ответственный. Е винаги по-отговорно. Младший всегда баловен. Малките са винаги глезен. По-глезен. Почему? Ну что, последний родился, ну повезло. За что это кажется, что-то последний себе родил и... Его все любят, все гладят, лелеют его. И мол космет, всички го обичат, всички го галят. А старший помощник? По-големия помощник. Поэтому давайте, ребята, братья, сестры. И за това нека, братья и сестры, прорываться. Да вървим напред.
Пусть в нашей церкви появится еще один пастор. И нека в нашей церкви се появи още един пастор. Третий пастор. Третий пастор. Десятый. Десятый пастор. Двадцатый. Двадцатый пастор. Пусть наша церковь вырастет. И нека наша церковь израсне. Потому что Бог этого хочет. За что-то Богу иска. Пусть в нашу церковь входит не только русскоговорящие. Нека в нашей церкви има не само русскоговорящие. И болгароговорящие. Но има и болгари. И англоговорящие. И англоговорящие. Потому что Бог, Он над всеми нациями. За что-то Бог стоит над всички нации. У нас интернациональная церковь. И мы сме интернациональная церковь. Я сегодня открою последнее место. И отварим последнее место. А, предпоследнее место. Предпоследно. Это послание к римлянам. Послание к римляне. 16 глава. 16 глава. С 1 по 13 стих. От 1 до 13 стих. Представляю вам Фиву. А, я прочту всего лишь первый стих. Немножко сокращу. Сестру нашу, диаконису церкви Кенхерейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. И, конечно, я хочу сказать о диаконисах. И, разбираясь, искам да кажа нечто из диакониците. Да, в нашей с Наташей жизни было несколько примеров очень благословенных диаконис. В нашей с Наташей живот имело много примеров за хубави диаконицы. Очень мощные служители. Много мощных служителей. Которые взяли на себя ответственность вести поместную церковь. Които са поели върху себе си отговорността да водят поместната църква. Домашнюю церковь. Домашната църква. И потом эта церковь выросла. И след това тази църква е израснала. Принцип он очень простой. И принцип это много лесен. Мы, например, с Наташей хотели просто показать пример. Например, мы с Натальей просто искали да покажем пример. Мы открыли домашнюю церковь. Отворихме си домашня църква. И через какое-то время она выросла до 20 человек. И след някакво време тя израснала до 20 души. По опыту Южной Кореи. И по опыту на Южной Корее. Когда церковь домашняя вырастает более 16 человек. Когда домашняя церковь израсла до 16 души. Важно, чтобы она разделилась. И важно тя да се раздели. И стала дочерняя церковь. Достанет дочерна церковь. То есть не одна дом, а две уже домашние церкви. То есть не одна, обаче вече две домашние церкви. Потом те церкви вырастают, опять делятся. И след това тези церкви също израстват и също се разделят. И таким образом вырастает и количество членов по местной церкви. И по този начин започва да се издига количеството на тези церкви. И количество пастырей в церкви. Количеството на пасторите в церквите. И количество диаконов и диаконис. И количеството на диакони и на диакониците в церквите. Это очень хороший благословенный пример развития живой церкви во Христе Иисусе. И това е много хубав пример за развитие в църквата. Так тело растет. Такая израствует тело. Вот как бывший спортсмен, я так, ну нет, не бывший, я и по сей день занимаюсь спортом, но как бывший профессиональный спортсмен, как потому что я профессиональный спортист. Профессионально занимался спортом и получал за это деньги. Профессионально все занимался спортом, получал их пари за това. И хорошие деньги я получал. Получал хубави пари. Потому что был хорошим тренером. За что-то у вас бях гуля, и, тренер. Допустим, если спортсмен качает бицепс. И, например, ако спортист се опитва да си на помпе бицепса. Здесь нужна стабильность. Трябва му стабилность. То есть постепенно нагрузки вырастают. То есть постепенно натоварванията се увеличават. Первое время мускул начинает болеть. И первое время го болят мускулите. Мускул натреска, да? Има мускулна треска. Это о чем говорит? За какво говорит това? Это говорит о том, что фибры, вот эти мышечные фибры. Говорит за това, че тези мускулни фибри. Они рвутся буквально. Те се разкъсват. И начинает обрастать мясом, можно так сказать, протеином, белком. И започват до тях да израства месо, протеин. То есть для того, чтобы разделиться, да? И за да се разделят. Ну, чтобы нужно было, чтобы мускул разорвался. Трябва този мускул първо да се разкъсне. То есть это болезненный процесс. То есть това е доста болезненный процес. Так и домашняя церковь, когда вырастает. И по същия начин, когато домашната църква израства. Очень не хочется расходиться. Много не им се иска да се разкъсват. Очень не хочется делиться. Не им се иска да се разделят. Людям кажется, что мы разделяемся. На хората им се струва, че ей сега ще се разделим. Но на самом деле мы растем. Обаче това всъщност значи, че растем. И это возможность дать шанс появиться еще одному пастору. И това е възможност да дадем шанс още един пастор да се появи. Или еще одному диакону. Или още един диакон да се или еще одной диаконисе. Или още една диаконица. Уровень ответственности растет. И нивото на отговорността също расте. Уровень благословения растет. Нивото на благословението също расте. Потому что Бог благословляет пастырей. Защото Бог благославя пасторите. Уровень благосостояния церкви растет. И нивото на благосостоянието на църквата също расте. И мы начинаем видеть чудеса Божии. И започваме да виждаме Божиите чудеса. Дела рук Господних.
делата на Божиите ръце. Потому что Бог любит практическое Евангелие. Защото Бог обича практическото Евангелие. И давайте я открою последнее место. И нека отворим последното място. В чем практическое Евангелие? В какво се явява практическото Евангелие? И это Евангелие от Матфея. Това е Евангелие от Матея. 25 глава. 25 глава. С 31 стиха. От 31 стих. Когда же придет Сын Человеческий, перевод есть, во славе Своей все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И смотрите, что говорит Иисус Христос. И какого казва Иисус Христос? Ибо я алкал, и вы дали мне есть. За что-то угладнях, именно храните. Нет, перевод есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе? И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, и жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и вы не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажем это в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из тех меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Аминь. Это практически Евангелие, друзья. Это практическое Евангелие. То есть, если мы не делаем этого, ако не го правим, если мы кого-то не приняли в духе, ако не сме приели някого в духа, кого-то не накормили, или не сме нахранили и някого, в первую очередь духовной пищей, конечно. Най-напред с духовната храна, разбира се. Не напоили, и в первую очередь духовным питьем. И не сме напоили, най-вече с духовното питие. И не одели. И не сме облекли. И в первую очередь в духовной одежде. Най-напред в духовни дрехи. Одежды праведности. Дрехите на праведности. И святости во Святом Духе. И святости во Святия Дух. То мы не сделали это Иисусу Христу. Значит, не сме го направили и Иисус Христос. Мы его отвергли. Мы его выгнали. Отхвърлили. Из наших церквей. Изгонили от нашите църкви. И не пускаем. И не го пускаме. Практическое Евангелие, практическото Евангелие, это в основном касается домашней церкви. Основно се касае домашната църква. Потому что в домашней церкви принято. Защото в домашната църква е прието. Мы вместе кушаем. Да едем заедно. На домашней церкви. Для того, чтобы кого-нибудь еще привести, кто не имеет, может быть, на сегодняшний день пропитания. За да можем да доведем още някой, който, например, не може да се нахрани днес. И чтобы он покушал вместе с нами. За да може да се наеде с нас. Попил вместе с нами чай. Да може да се напие с чай с нас. А кто может это отследить? Кой може да го следи? Поместная церковь может это не успевать отслеживать. Поместная церковь может да не ги забелязва тези неща. Но домашняя церковь может это делать. Обаче домашната църква може да го прави. В домашней церкви мы все друг с другом контактируем. И в домашней церкви они всички сме в контакт. Мы ближе знакомимся. Запознаваемся поблизу. Мы вникаем в нужды друг друга. Ни познаваме нуждите един на друг. Периодически мы искрим. И от време на время имаме искри. И это абсолютно нормально. И това е абсолютно нормално. Мы притираемся. Ни се свикваме един с друг. Мы поддерживаем друг друга. Ни се подкрепяме един друг. Мы обличаем друг друга. И обличаваме един друг. Мы можем предпринять какие-то меры. И можем да предприемем някакви мерки. Потому что мы становимся все видимы друг для друга. Защото започваме да се виждаме един друг. Потому что когда мы приходим в общение, защото когато идваме в общение, мы приходим в свет. Идваме и в светлината. Наша жизнь становится видимой. И в нашия живот ние сме видими. Слава нашему Богу. Слава на нашия Бог. Что значит быть членом? Какво значи да бъдем член? Тела Христова. Христовото тяло. Является ли членом тела Господня? И дали се явява член на Христовото тяло? Человек, човек, который вне общения. Който е извън общуването.
Вы знаете, вот межконфессионально, межденоминационно. Межконфессионально. Конфессиональный. Между деноминациями. Между деноминациями. Ну, мы можем друг другу делать какие-то замечания, да? Можем да сыправим забележки одни на другие. Мы можем сказать, ну вот вы православные, да? Можем докажем, вы есть православные. Ну вот вы субботники. Или вы есть субботницы. И сказать что-то, ну мы с вами не согласны. И да им скажем, не, не сме согласны с вас. Мы не согласны сегодня с католицизмом. Не сме согласны с католицизмом. Где опять же легализировали однополые браки. Где-то отново легализировали однополые браки. Ну вот я не могу с этим согласиться. Аз не могу да се соглася с това. Но мы не можем принять каких-либо мер. Обаче ние не можем да приемем някакви мерки. Мы не можем им делать, ну, какие-то замечания, да? Ние не можем да им правим забележки. Или отлучить их. Или да ги отхвърлим. Они скажут, ну мы католики. Те ще кажут, ние сме католици. Вы к нам не имеете никакого отношения. Вие нямате нищо общо с нас. Мы творим в своей семье, что хотим. И ние творим в семейството си каквото си искаме. Ну вот так происходит взаимоотношения между деноминациями. И такива са взаимоотношенията между деноминациите. Где мы можем практически и реально влиять друг на друга. И къде можем практически да влияем един върху друг. И помогать друг другу как вырасти. И да си помагаме да израстваме. В меру полного возраста Иисус Христа. Според пълната мярка на възрастта на Иисус Христос. Вы знаете, ответ только один. И отговор-то само один. В основном это домашняя церковь. Основно то вас слушают в домашней церкви. Там, где есть общение во Святом Духе. Там, где-то има общение во Святия Дух. Там, где рассматривается Священное Писание. Там, где-то се разглежда Священното Писание. В Южной Корее принята такая форма. И в Южной Корее принята такая форма. Среди недели. През седмица. Это вторник или четверг или пятница. Вторник, четверг или пятник. Собирается домашняя церковь. Се собира домашняя церковь. По всему городу. По целия град. И в Южной Корее их может быть тысяча. И в Южной Корее может да са хиляди. Только в одной церкви. Само в едната църква. Тысяча домашних церквей. Хиляди домашних церквей. Десятки тысяч домашних церквей. Десятки домашних церквей. И они поднимают воскресную проповедь. И те издигат неделната проповедь. Задают вопросы. Задават вопросы. И копают более глубоко. И копают на подлбоко. Проверяют то, что проповедовали проповедники. Проверяют онова, което се е проповядвало. Так ли это? Дали е така? Углубляются в Писание. Те се задълбочават в Писанието. И это дает им духовный рост. И това им дава духовен ръст. Может быть прославление. Может быть прославление. Кто-то взял гитару. Някой е взял гитара. Прославили Господа. Те запрославили Господ. В конце помолились. Накрая се помолили. Накрыли стол, покушали, чай попили. Сложили сам маса да едут, да пьют чай. Ну, вот это общение. Обаче това е общение. Аминь или не аминь? Вот я за то, чтобы в нашей церкви начались домашние церкви. И аз искам в нашата църква да имаме домашни църкви. И все больше и больше приходили ответственные люди. И да идват все повече отговорни хора. Которые сказали. Които да кажат. Я хочу быть пастором домашней церкви. Аз искам да съм пастор на домашна църква. Я хочу, чтобы у меня была домашняя церковь. Аз искам да си имам домашна църква. Я хочу взять на себя ответственность. Аз искам да поема отговорност. Потому что я хочу вырасти. Защото искам да израсна. Стать зрелым христианином. Искам да стана зрял христианин. И принести больше плода. И да нося повече плод. Еще больше плода. Още повече плод. Моему Господу Иисусу Христу. Иисус Христос. Я на этом закончил. Тук ще приключа. Пусть Бог благословит. Нека Бог ви благослови. И пусть это слово в определенное время принесет обильный плод. И нека това слово да ви носи обилен плод. Давайте мы склоним наши сердца. И нека преклоним нашите сърца. И коротко помолимся. И накратко се помолим. Спасибо тебе, дорогой Иисус. Благодарим тебя, скъпи Иисус. За то, что ты каждый раз открываешь нам. За това, че ти всеки път отваряш. Как важно быть членом поместной церкви. Колко е важно да сме членове на поместната църква. Сегодня мы открыли для себя. И днес открихме за себе си. Что еще более важно. Че още по-важно е да сме членове. Поместной церкви, домашней церкви. На домашната църква. Очень важно быть в общении. И много важно да сме в общении. Потому что в общении кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Защото в общението кръвта на Иисус Христос ни пречиства от всеки един грях. В общении приходит свет. И в общението идва светлина. И изгоняет всякую тьму из наших сердец. И гони всяка тъмнина от нашите сърца. В общении мы получаем очень мощный ресурс. И в общението ние получаваме един много мощен ресурс. Очень большую силу и власть. Много голяма сила и власть. От Святого Духа. От Святия Дух. Над грехом. Над греховете.
над какими-то катаклизмами, над някакви катаклизми, над какими-то кризами, над някакви кризиси, для того, чтобы их преодолеть, за да ги преодолеем, потому что ты каждый раз даешь нам в общении, защото в общението ти всеки път ни даваш силу Святого Духа, сила на Святия Дух, чтобы можно было превозмочь, за да можем да превозмогнем любое испытание, всякое едно испытание, и любое искушение, и всякое едно искушение. Спасибо тебе, дорогой Господь, благодарим тебя, скъпи Господ, и мы молились во имя Отца и Сына, и си молих в името на Отца и Сина и Святого Духа, и Святия Дух. Если согласны, скажите аминь. Если согласны, скажите аминь. Будьте благословены. Будьте благословены.